is the 41st millennium, and mankind rules the stars. This sprawling empire is powered by hive worlds. Gargantuan planets of industry. Necromunda is the greatest hive world in all of the Imperium. With cities that rise from the ash wastes, like sheer mountain peaks. Spire upon spire, tower upon tower. The hives climb so far above the poisoned clouds, they cleave the heavens. And what nightmares may come in these hive cities, where humanity has been allowed to grow unchecked in its teeming billions. Доброго времени суток зрителям и священным гостям нашего канала, с вами Росси, и сегодня мы рассмотрим игру под названием Некромунда по вселенной Warhammer 40 000. Игра нам будет повествовать о наемнике, который в улье под названием Некромунда будет выполнять задания, тем самым наводить порядочек, порядочек такой, как в его понимании. Начнем. Скажу правду, я вот буквально сегодня начал, немножко поиграл для того, чтобы посмотреть озвучку, будет не будет лагать, и чтобы немножко подготовиться, скажем так. Ну а пока смотрим заставочку дальше. There's no order down here anyway. But you just don't see it. Order is what every ganger down here is looking for. Just an order they can change. One where they can get to be top dog, the big boss man. Not just a pro laboring away, toiling for house, hive, and throne. Order down here is different. Nobody wants the enforcers, or worse, coming down here, trying to make things the way they are up in Hive City. So we all follow the Guilders' rules. Without them, it all breaks down. No one kills a Guilder unless they're truly dangerous or truly desperate. And the truly desperate are the most dangerous of all. That's why I think we can help each other. We're going to earn ourselves that bounty for taking down whoever killed Maro Virax, and we're going to put things back the way they should be. You see, we're agents of order, the likes of us, even if we do get to sow a little strife along the way. You're in? Trust me. Вот такая вот у нас заставочка. Тем временем глава 1. Был убит член гильдии торговцев, за убийцу назначена огромная награда. Вы с двумя наемниками предположительно знаете, где его найти, и отправились за ним. Нападите сообща, чтобы схватить преступника и получить награду. Ну, собственно, начинаем. Так. До начала пройдем проверку личности. Значит, кто у нас тут есть? Такая вот интересная девушка. Еще одна девушка. Суровый, мне вот что-то вот Канна напоминает с Mortal Kombat. Такие они все интересные. Вот я бы этого хлопца бы в капюшоне взял, но, блин, он черный. Я в прошлом видео в обзор игры играл за черного. Давайте возьмем вот этого сына рейдера.
Опять же, из Mortal Kombat. Так, укрытие свой уровень. Легкий, средний, высокий профи. Да, я думаю, нам посмотреть и на среднем хватит. Че выпендриваться, правильно? Полетели вниз на горке кататься. Мрачненько так. Это все в стилистике Warhammer 40 000. Кстати, мне нравится эта вселенная. И книжечки читал, и в игры играл. Кстати, игра вышла 27 мая 2021 года, то есть совсем недавно. You two, this level. I'm heading down. You and the hound? Yeah. Okay. This is it. Let's go. Как у нас смешная ручка такая. Протез, имплант. I can see the sentries. Wait until I'm on the ground. Then take out as many as you can. Let them know this way. Эрус, собственно, поехали. Охота начинается. Так, маяки. Выполняя задание, вы будете видеть маяки проводника. Они показывают самые распространенные пути, так что пользуйтесь ими, чтобы найти дорогу в Подулей. Понятненько. С помощью пробела можно лазить. Это интересно, это статуя или это он живой когда-то был? Непонятно. Левый контрол. Ага, движение, рывки. Понятненько. Ну, это все ясно, понятно. Держите пробел. Блин, так это еще и такой паркур Ямакаси на минималках. Не люблю это паркуристов. А не потому, что они плохие ребята, а потому что просто я боюсь высоты и не знаю, что мне это. Никогда не нравится эти все прыжки. Так, договориться. Привет. Вот это я понимаю договор. Все, вот и договорился. Мордяку набил и договор прошел успешно. Ничего, у меня кроме пистолета ничего нету. Ничего, все, приехали, хватит. Оп. Ага. А как туда? Понятненько. Так, нажмите Е, чтобы открыть сундук. Держите Е, чтобы взять оружие в миссию. Чтобы сменить оружие, откройте колесо с оружием с помощью Z. Для оружия, которое вы используете непосредственно во время миссии, есть только один специальный слот. Специальный предмет обличия оружия, которое вы просто подберете. Понятно, короче. Пока подбираем автомат или что-то. Ага. Страйкер и айфронист. Ага. Я думаю, это плохие ребята. Бо они точно на наших не похожи. Это... Блять, пидор, привычка перезаряжаться хоть пару выпущенных патронов. Если у вас есть такая привычка, пишите в комментариях. Че тут взаимодействовать? Е. Зачем мне это так? Ой, хорошо как. Мило.
Так, вызвать кибермастифа. Я хочу вызвать кибермастифа. Ага, кибермастиф, что самый такой дорогой, который находится слишком поблизости, понятно. Мило. Кибермастиф, вперед! Вот так вот, будет сказано. Это не я, будет, значит, кучу тут интересного можно поискать. Боеприпасы. Еще тут. О, нормально, так замок прострелил с другой стороны. Че это? Редких. Давайте почитаем. Это не здесь, а может силовое поле, как оно восстанавливается, как оно генерируется, хрен его знает. Так, что тут, сюда можно спрыгнуть? Можно. Миленько. Вперед, мастиф. Рви их на части. Ты гранату кинул, смотри, а? Зараза какая. Блять, я думал, она уже взорвалась. Или это специально так? О, ага, аптечку выбрать. Это, наверное, специально так. Ничего, прям туда что ли прыгать? Боже, мне жизнь к этому не готовила. А, не, нормально. Пошел замес, судя по музыке. Как, думаю, можно стрелять не только с мушки. Че, все? А нет. Интересно, тут есть какой-то ближний бой? Помимо того, чтобы... Ой-ой-ой, у меня мало здоровья. А я даже не посмотрел. Критическое попадание. Короче, я понял, тут надо просто двигаться. Ну. Все. Что происходит? Нет, где-то они еще повылазили. Ага, вижу. Вижу. А, гранат нету, а я так хотел выйти, им гранату сюда кинуть. Чуть-чуть ликвидация, е. Ой, хорошо. Это, конечно, прикольно так нарисовано, мне нравится. Я уже близко. Так, разблокировать, удерживайте. Чик. Гранат, правда, нема у меня, нифига. Стимулятор. Стимы сохранят там жизнь, они используются автоматически. Их можно купить в меню снаряжения в начале каждой миссии в каждой контрольной точке. Понятно. Хорошо, сюда, наверное. Тап информация. Это я уже умею. Собака, атакуй. А, понятно, мне досягаемости. Это какой-то пулеметчик такой серьезный. Собака что, сыкуха? А нет. Сейчас он спрыгнул нормально все. Ух ты. Я думал, тут только одни бабы будут. Главное манти.
как раньше это делали во всех шутерах. Так это, блядь, пидорируют. Вообще пидорируют эти ребята, которые так с прокатов мы постоянно так бегут, прокатился и завалил тебя. А ты такой думаешь, блядь, как? Тут просто попасть не можешь. Ты какой замес тут пошел? Тут просто попасть не можешь в этот. Ух ты, какой пистоль. А там они еще с проката тебя валят. Понял вас. Понял вас. Слишком. Я уже старый просто для этого, понимаете? То есть мне ж уже не 15 лет, чтобы у меня была такая реакция. Я мог этих всех пидоров расстреливать. Случайно, блядь, аптечку нажал, потому что перепутал. Ладно. Так, все, аптечку мне ни хрена нема. Ага, тут понятно. Тут меня жизнь к этому готовила. Опа! Десятки. Боже, боже. Бейтл, where are you? Leto, what the hell's going on? Что наши пацаны, походу, спеклись. Наши пацаны, походу, спеклись. Чик-чик-чик. Посмотри, какие живучие. Давай, мастик, вперед. Помогай, потому что я тут один. А вперед, мастик, вперед. Нападай на них, мочи их всех. У меня тем более нету нифига этого, блин. Аптечки. А у нас же там что-то есть. Надо попробовать. Что я тут интересно подобрала? Блин, ни гранат, нифига. И мастик уже спекся мой. Нужна помощь. Что мне поможет, ребят? Шедоу какой-то появился, бродяга. Лето. Здоровяк сейчас с нами будет играться, да? Еще верзила чупакабра, да на тебе, поиграйся вот с этим. Все, наигрался. Я сейчас и вам наиграюсь, твари такие. Конечно, это не сильно справедливо по отношению к женщинам было, но мы же все-таки за правенство, за равенство, потому что... Ого, какая-то пушка была, походу. Так, ну тут вроде, наверное, ничего нема. Выход. Пошлите на выход. Сохранение. Дверь. Прикольно. Боеприпасы. Аптечку бы дали мне, нахер мне. Головое поле. Тут ничего нема. Может, можно обойти как-то их. Типа найти так по тактике сыграть. Еще здоровяк. Я думал, тут типа как босс был какой-то.
Блин, вот это они меня тут подзажали. Блин, а хпшки-то уже меньше половины. Блин, сейчас главное какую-то лаву не упасть еще. И что это? Я думал, это типа веревки какой-нибудь. Ну, не боеприпасы, блин. А, стимуляторы. Ух ты. Ой, прикольно как. Кстати, вы знаете, мне так нравятся эти добивалки там. Все, музыка закончилась, значит мы победили. Вот такой вот динамический шутер. Не знаю, любителям шутеров обязательно надо попробовать. Побегать, попрыгать, пострелять. Как фанату Вархаммера тоже, он, не знаю, вот мне зашло прикольненько так. Вот как-то так. Вот такая была у нас миссия. Вот такая вот у нас была игра. Значит, добыча пистолеты пусто. Страйкер. Ага, хорошо. Специальная пусто, тяжелая пусто, костюм пусто. Предметы. Предмет статуса. Предмет статуса. Бонус к добыче. К здоровью. К броне. Не знаю. И что-то. Добыча, которую нельзя перенести, будет продана. Ничего. Я могу ее куда-то поставить, перенести. Или не могу. Предметы техно. Давай заберем. Предметы статус. Бонус добычи. В общем, пока сюда все предметы попереносим. Я, конечно, дальше играть не буду, но надо перенести, я думаю, обязательно. Трекер мы уже перенесли, у нас он уже установлен. Талисман удачи. Конечно же. Талисман. Все талисманы обязательно, чтобы я был. Все, как-то так. В общем, ребятки, с вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Вархаммер. Или просто Некромунда. Спасибо, до скорых встреч и всем пока.